На один вечер зал ДК ЖД стихийно превратился в хор. Около 500 человек стоя встречали исполнителя народных песен Николая Емелина. Мне бывают песни, другие нравятся больше, чем, допустим, чем вот эти песни. Там «Русь», вот все знают «Русь», просто она разошлась там по интернету, там где-то по телевизору и показали. Без малого 30 лет творческого пути без продюсера и пиара. Глубокий баритон и проникновенные тексты быстро снискали славу среди неравнодушных к народным традициям. На концерт в нашем городе собрались не только орловские поклонники певца. Например, Брянск делегировал 13 человек. Я здесь был уже второй раз. Первый раз, было меньше песен, и сейчас очень хорошо. Зал и ребята, это все единое. Мы очень любим эти концерты. Они помогают вообще жить в радости, вспоминать то, что надо нам вспомнить, для того, чтобы дети наши жили счастливо. На концерт многие пришли семьями. Выступление Николая Емелина родители считают почти уроками истории. Разница лишь одна. Дети на такие занятия идут с удовольствием. Детей поддерживаем, наши же дети, славянские дети, давайте вместе! Ощущение, как будто зарядился, как телефон. Мы второй раз организуем данное мероприятие. В принципе, зал полный. Немножко в этом году не получилось нам вывести детдомовских детей. Хотелось бы, очень хотелось бы. Здесь принимают хорошо. И первый раз горячо было в зале. И сейчас. Сам Емелин признается, для него живые выступления не работа, а скорее таинство. Истинной народной любви, говорит Николай, не заслужить раскруткой и пиаром. Мы не шоу-бизнес, идем своей дорогой, а время покажет.